Всем привет! Привет из Украины, из города Кировограда, сейчас Кропивницкий называется. Сегодня у нас видеообзор замочка Бордер 6 пластин. Вот особенности этого замочка. У него 5 пластин зубами, зацепами, то есть с ловушками, кто как называет. Одна пластина прямая. Значит, сегодня попытаемся мы его открыть. Зажимаем тисочки, замочек. Зажимаем тисочки. Вот ключик от этого замочка Бордер. Открываем на 4 оборота. Вот. И будем приступать. Значит, приобретенный мною инструмент в Болгарии ProDecoder. Вот такой вот инструмент. Вот. Качество инструмента хорошее. Значит, в комплект входит инструмента вот такая вот большая ручка. Вот. Потом маленькая ручка. Она является натягом и фиксацией инструмента. Вот так вот. Сейчас я все покажу. И два шестигранничка для регулировки штифтов. И в комплекте удлиненный болт тоже для регулировки штифтов, болтов. Значит, сегодня при помощи вот этого продекодера матура 6x6. Вот, имеет серийный номер. Повторяю, инструмент высокого качества, европейского. Классный инструмент. Значит, к инструменту перейдем позже. Значит, для того, чтобы открыть этот замочек, я сделал такой специальный ключик, щуп, которым я проверяю, где находятся пластины. Здесь пластины находятся либо впереди, либо сзади. Мы не знаем, когда приходим на объект. Значит, берем, вставляем заготовочку до упора и прокручиваем. Что мы видим? Ключик крутится свободно. Вынимаем на себя и начинаем снова прокручивать. Слышим? Вот что пластины находятся впереди. Еще раз ставили, посмотрели, вынимаем. Значит, приступаем к сборке декодера. Значит, декодер состоит из таких вот штифтов. Вот. И натяга. Значит, как я говорил, маленький шестигранник отвечает за вот эти 6 штифтов. Большой шестигранник отвечает за вот эти 6 штифтов. Сейчас нам вот эти штифты не понадобятся дальние, потому что у нас пластины находятся впереди. Мы их опускаем. Вот, но на ровно такое расстояние посерединке. Вот. Опустили, да? Все. Потом берем маленький шестигранник и их зафиксируем. Легонечко. Поджали. Поджали. Все. Значит, снимаем этот болтик для удобства.
Я сейчас покажу, потому что пластины у нас находятся здесь. Вставляем в ручечку. Вставляем вот такой болтик для удобства, чтобы не разбирать инструмент, а на ходу можно было подстраивать. Ставим ручечку. Закручиваем. Зажимаем. Значит, инструмент расстроенный полностью. Полностью, вы видите. Полностью, легонько штифты ходят. Эти мы зажали. Значит, преимущество инструмента, его можно легко и быстро настроить на объекте. Значит, видите, у нас легенько ходит. Берем, немножко подтягиваем. Проверяем жесткость штифтов. Немножко еще добавим чуть-чуть. Проверяем. Ну, вроде бы нормально. Замочек этот мягенький. Вот. У него пластины мягкие. С этой серии один в один похожий замок класс Эльбор. В Эльбора немножко жестче пластины. У класса, особенно у старого класса, еще жестче пластины. Бордера самые мягкие пластины. Но у него очень много зацепов. Значит, вводим инструмент не спеша. Вот таким вот образом. Проверяем. Видим, инструмент стоит правильно. Немножко поднимаем. Делаем такой натяжок. И начинаем декодировать. Значит, вот такими вот движениями сюда и сюда. Вот так вот. Мы делаем декодировку. Вот такими вот движениями. Приступаем. Вот. Мы увидели, что пластины, все штифты упали. Значит, немножко подтягиваем еще. Немножечко регулируем. Это я вам специально показываю, чтобы на ходу все настроить. Вот. Подтянули немножко. И начинаем снова декодирование замочка. Вот такими вот движениями. Смотрим. Инструментик пошел в работу. Вставляем инструмент. И опять. Все. Замочек один раз открыт. Всем это видно. Как я на прошлых видео показывал, при помощи вот такой вот карточки. Вот. С высотами. Высоты в миллиметрах. Все указаны. И при помощи такой бумажечки, которую я себе приготовил, чертежика такого, можно вот здесь записать, я бы сказал, даже нужно записывать высоты, кодировку ключа, вот эту. Промеряете и здесь записываете. Это у нас 4-й оборот, здесь записываем. Следующий оборот у нас будет 1-й оборот, 3-й оборот. Мы его здесь записываем. 3-й, 1-й, 4-й и 2-й являются одинаковым оборотом, 3-й и 1-й. Вот. На объектах я это всегда делаю. Здесь записываю. Сегодня этого делать не буду. Просто покажу дальнейшее движение, как работает инструмент. Мне это сегодня не понадобится. На моем предыдущем видео есть, как я это все делаю. Значит, мы увидели. Вот ключик. Вот здесь вот наборку ключа. И то же самое видим наборочку здесь ключа. Довольно-таки сложная комбинация, большие высоты и маленькие запущенные. Но мы видим, что инструмент с этим справляется прекрасно. Значит, вставляем в исходное положение инструмент. Вот. На высоту стоечки. И продолжаем следующую декодировочку. Вставляем инструмент. Вот. Вставили инструмент. Сделали натяжочек. Проверили и начинаем открывать. Все, замочек открыт второй раз. Второй раз мы открыли, надо записать вот сюда. Вот эти
коды замочка. Но я этого повторил, сегодня делать не буду. Снова опускаем инструмент в боевое положение. Заводим. Вот, нейтральное. Немножко смотрим за натяжечкой, чтобы она не прослаблялась. Вот, вставляем инструментик снова в замок. Делаем натяжечек и делаем такие волшебные движения. Значит, что мы видим? Шифты упали немножко. Расслабились. Подтянули немножко штифты. Вот. И делаем, вставляем, делаем движение. Что мы видим? Замочек попал в лоб. А упали штифты у нас. Немножко сейчас подтянем. Так, проверим штифты. Натяжечку штифтов. Так, вставляем и делаем декодировочку. Выравниваем. Вот так вот, чтобы было ровненько. И вставляем. Начинаем движение. Все, замочек открыт. Мы видим прекрасно. Снова ставим в положение стартовое, так сказать. Вот здесь немножко подтянем, чтобы у нас не выходили штифтики чуть-чуть передние. Значит, вставляем и открываем последний раз замочек. Вот такими вот движениями. Поправляем штифты. Немножко я их расслабил. Все. Поправили. И вставляем. Я вам показываю, потому что, чтобы поняли, что все на ходу можно подстроить очень быстро. Вставляем натяжочек и волшебными движениями немножко жестко попускаем здесь чуть-чуть, да, и делаем последнее открывание. Все, все, замочек открыли. Вот, всем видно, замочек открыт. Ключик вот этот оборотик набранный, да. Значит, откладываем продекодер и приступаем к разборочке. Покажу вам, из чего состоит данный замочек. Бордер, вот такой вот замочек, всем видно. Вот. Чтобы вы не думали, что такая там подделка, его можно открывать. Многие пытаются при помощи таких вот инструментов открывать натяжка, крючков там всевозможных, но это очень проблематичный этот замочек. Крючками открывать это долго времени занимает, и там много ловушек. Сейчас я вам покажу, из чего он состоит.
разбираем замочек. Вот видно. Разбираем замочек, чтобы было всем видно. Раскручиваем наш замочек. Так, сейчас я вам все покажу. Раскрутили мы замочек. Все видим. Снимаем крышечку замка. Сейчас немножко покладу. Неудобно. Вот, сняли мы крышечку замка. Идем в сторону и смотрим, как он устроен. Замочек. Вот. Сейчас я вам покажу. Значит, первая пластина. Мы видим. Сейчас немножко поставлю, чтобы было всем видно. Вот. Видим, пластина зацепана первая. Я вам покажу. Вот эти вот зацепы на пластинах, которые есть. Одна пластина. Снимаем. Вторая пластина. Снова с зацепами мы видим. Снимаем третью пластину. Снова видим зацепы вот такие. Снимаем четвертую пластину. На ней то же самое мы видим. Ловушки, зацепы, вот такие вот зубы. Снимаем пятую пластину. Вот тоже видим зацепы. Вот такие вот, которые препятствуют открытию замка. И снимаем последнюю пластину. Она, как я говорил, прямая, без зацепов. То есть замочек у нас разобран. Вот по запчастям. И вот стоечка ригеля. С такими тоже фрезеровочка есть. Которые упираются. Сейчас я поставлю эту пластинку. Покажу. Я уже показывал. Вот. Вот зацеп. Вот когда начинаешь нагружать замочек, вот такие вот ловушечки здесь. Если надо просто повернуть на один оборот, сейчас эту пластинку поставим. Вот. Следующую пластинку. Получается, они идут вот здесь. Вот эти зацепы, которые зацепляют за стоечку. Вот здесь зацепляние идет. И блокирование замочка. Вот. Ну, я думаю, показал, как этот бордер легко и быстро открывается при помощи вот такого инструмента ProDecoder. Вот. Ну, всем спасибо за внимание. До следующих встреч.